Ешь, ешь. Тебе нужно выглядеть здоровой. Верно, ты что-то знаешь. Что ты знаешь, Вернер? Скоро привезут 10 тысяч транзитных заключенных. Больных будут отделять от здоровых, а потом отправят в газовые камеры Аушвица. Ты можешь оказаться среди них, но, Анна, я не допущу этого. Я боюсь. Я сделаю все, что в моих силах, Богом клянусь. Вернер, они тебя расстреляют. Нет, нет, змей, не переживай. Главное тебе. Вернер, мне уже все равно. Меня рано или поздно отправят в газовую камеру или повесят. Вернер, я так устала. Я так устала. Какое милое кино. Продолжайте, продолжайте. Я сейчас расплачусь. Встать! Вы похожи на еврейскую боевую организацию. В последнее время мне кажется, что в СС служат одни сплошные идиоты. Правда, Вернер? Прочесывают леса, и все безрезультатно. Геркомендант, я прошу вас, не надо. Не надо. Не надо что? Стрелять в эту еврейскую падаль! Пошла в барак, пока я тебя не пристрелил. Унтершарфюрер, завтра ровно в 6 часов утра ты выйдешь на прогулку со своей шлюхой. И пристрелишь ее. Это приказ. В случае невыполнения отправишься на Восточный фронт. Слушаюсь, Гауптштурмфюрер. Иди. Тебе ведь есть над чем подумать? Хайль Гитлер! Да, верно. Без шуток. Без глупостей. Доброе утро, Лия. Доброе утро, геркомендант. Спасибо. Иди. Я сам налью. Стой! Почему кофе не горячий? Извините, геркомендант, я сейчас свежий заварю. Положи. Лицом ко мне. Почему у Вальтера опять завелись блохи? Или он от тебя их подцепил? Геркомендант, позвольте объяснить. Заткнись, мразь! Геркомендант, я вышла во двор, чтобы его осмотреть. Но его не было на месте. Главное, чтобы ты, тварь еврейская, знала свое место. Убери здесь все к моему приходу. Сегодня вечером будут гости.
Встать! Где гер-комендант? Он ушел в лагерь. Не рада меня видеть? Хотите отобедать, гер-заместитель? Он не сказал, когда вернется? Сейчас время обеда, должен скоро прийти. Хитрая тварь, как и все твои жидовские соплеменники. Когда надо, вы молчите. Когда нужно спасать свою шкуру, вы покорно служите своим врагам, чтобы избежать смерти, а потом вонзаете в спину нож. Я подозреваю, здесь что-то нечисто. Чем ты его колдовала? Что ты с ним сделала? Я не понимаю, о чем вы. Не понимаешь? Думаешь, ты у него на особом счету? Да. Он тебя не убьет. Ему просто нравится выбивать из тебя твой еврейский дух. А как ты думаешь, как он поступит, когда увидит, что ты похожа на изуродованную свинью? Будь я на его месте, я бы давно тебе уже пустил пулю в лоб. Друг мой, Альфред! В своем доме я сам буду принимать решение, кого расстреливать, а кого нет. Продолжай, Лиеп, продолжай. Если ты по делу, то выкладывай. У меня мало времени. Вчера на Апельплаце еще двоих расстреляли, они слушали BBC. Альфред, вы все идиоты, да? Вешать надо было! Вешать! И оставлять любоваться подобно экспонатам в музеях. Пускай все почистят и закопают. И скажу, чтобы хлорку экономили. Если ты не знаешь, что на прошлой неделе русские разбомбили эшелон. Так вот, позвони в отдел снабжения и узнай, когда привезут следующую партию хлора. У тебя все, Альфред? У меня все. Свободен. Хай Гитлер. Курт, у тебя сигареты? Да. О, принц Генрих. Да ты пижон, Курт. Одну на две пачки обменял. Курт, а ты когда-нибудь пробовал еврейку на вкус? Какие они? Ну, не приходилось. Меня Хильда ждет в Берлине. Сейчас самое время. Заходи в барак, бери любую. Попробуй только. Тебе в гестапо не только обрезание сделают, а без морфия все оторвут. А потом на фронт отправят пешком, без штанов. Да. Курт, выведи из 44-го барака заключенную 10-147. Лия, встань. Подойди. Это тебе. Съешь, съешь. Пока я комендант лагеря, тебя никто не тронет. Это моя вилла, а ты моя гувернантка. Выпей, Лия. Выпей. Я разрешаю.
Геркомендант, алкоголь? Я его не переношу. Ну что ты глупая? От такого напитка нельзя отказываться. Ли, я хочу тебе помочь. Как бы глупо это и ни звучало. После окончания войны я заберу тебя к себе. В Дрезден. Будешь жить в родительском доме. На старости лет им нужна будет такая сиделка, как ты. А сейчас я голоден. Принеси мне поесть. Мне больше нечего терять. А ты меня не боишься потерять? Что ты молчишь, Вернер? Что ты молчишь? Говори. 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 Вчера похоронка пришла. Мой дом разбомбили. Отца и мать достали из-под обломков. Это все, что у меня осталось. Но мне с тобой нельзя. Беги. Беги! Как же ты? Мои руки в крови, я преступник. Церемониться не будут, сразу расстреляют. Не говори так, Вернер, послушай. Я тебя отыщу. Я тебя найду, и мы будем вместе. Да. Да, да, да. Я верю, что мы будем вместе, слышишь? Обязательно. Прости меня. Что это очень серьезное обвинение. Так точно, Штурмбанфюрер. Вы сможете это подтвердить на суде? Так точно. Хорошо. Я дам делу ход. Но учтите, если это ложь, то фронт вам покажется легкой прогулкой. Я понимаю. Хайль Гитлер. Хайль Гитлер. Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как и на небе.
Якоб, держи это тебе. Лия, нас заметят. Ешь прямо здесь. Остальное заберешь в лагерь. Гюнтер, Олаф, вы куда смотрите? Расстреляйте ее. Тащите эту суку сюда! Еще успею ее расстрелять. Я делаю все, чтобы сохранить твою никчемную жизнь. Увеличиваю тебе паек, даю шоколад. А ты будешь делиться с этими еврейскими тварями! Знаешь ли, я сейчас всех отправляют в Аушвиц. Могу ближайшим рейсом отправить и тебя. Ты ведь этого хочешь? Встать! Ты знаешь, Лия, меня очень сильно влечет к тебе. Какая-то неведомая страсть. Я очень хочу тебя. Уже давно. Мне все сложнее и сложнее сдерживать себя. От такого искушения, как ты, Лия, я сам скоро застрелюсь. Это чертов ад. Знаешь, ведь я же не просил этого места. Это все дядя. Все время лез в мою жизнь. Я знаю. Уже скоро этот ад сожрет нас всех. Хотя твоя жизнь, Лия, это действительно ад. Но она избранная. По сравнению с теми, кто уже в печи. Поцелуй меня. Поцелуй. Я прошу один лишь поцелуй. Герман Фишер, вам придется проехать с нами в управление. Вот ордер на ваш арест. Какой арест? Вы преступили закон о несовместимости рас. Это какое-то недоразумение. Конвойный! Конвойный!
Мне запрещено говорить с вами. Конвойный. Что вам нужно? Ты же саксонец, верно? Ты из Дрездена. Я из Бауцена. Послушай, друг, помоги мне. Я не имею права. Да мне ничего не нужно. Только бумага и карандаш. Лия, ты можешь думать, что в жизни все просто. Но на самом деле все, что происходило в моем доме, это было большим испытанием для нас двоих. Мне трудно было бороться с собой и своим влечением к тебе. Но только сейчас я осознал, как сильно тебя любил все это время. Герман Фишер, суд Третьего Рейха приговорил вас к смертной казни. Согласно приказу, приговор будет приведен в исполнение сегодня. Передай это Лиештайн.